добрый день. Здравствуйте. Вас как зовут? Виктория. Виктория. Это ваша... Мамочка моя, Лидия Николаевна Риоренко. Лидия Николаевна лежит совершенно... Она не видит, да? Ну, слегка видит. Ну, так немножечко вот. Видит. Да. Дело в том, что эта семья живет... на Трудовских, это седьмая, да, получается? Да. И здесь вот очень сильно опасно, и здесь обстрелы. Раньше обстрелы, сейчас возобновились, да? Да, сейчас сильно тоже, по утрам, по вечерам особенно. И сегодня уже стреляли? С утра. То есть положение становится все хуже. Женщины ухаживают за своей больной матерью, они живут вдвоем здесь. И вот сегодня, благодаря вашей поддержке, мы привезли здесь продуктовый набор наш, для того, чтобы поддержать семью. Спасибо. Спасибо огромное, друзья, да. За то, что вы не забываете и помогаете старикам. Низкий вам поклон и храни вас Господь. Это бабушка с дедушкой моей. Все, выключайте, Бог.